Китай за 11 месяцев уходящего года нарастил объем внешней торговли, и он составил более 25 триллионов юаней. Это 3,8 триллиона американских долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил более 15,5%. Экспорт КНР вырос на 11,5% и превысил 2 триллиона долларов. Импорт увеличился почти на 21% и составил 1,7 триллиона долларов. Одним из трех крупнейших торговых партнеров Китая в этом году стала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, наряду с Евросоюзом и США.